как все это убил. Убил все образы. Он перевел стрелку с этих рельс большого русского романа, да, большой русской литературы, в то место, где он терпит крушение. Он уничтожил эти шаблоны, допустив их под откос куда-то, понимаете? Я помню, одна знакомая прочитала норму и сказала: «Вообще за эту вещь государство обязано автора уничтожить». Ну, невозможно даже брать в руки, потому что это мразь. Я попал как бы в центр циклона и в один из моих рассказов. Такая дичь, да, вот с уничтожением книг. Ко мне подошла женщина, с которой я, в принципе, не общалась, она спросила: это вот вашего папу сейчас так много показывают по телевизору, все вот это происходит? Я говорю: да, очень хорошо. У меня возникла такая чисто, я бы сказал, концептуальная идея. Великая русская стена, изоляция. И что будет, если это будет реализовано? Можно сказать, что это реакция на 21 век. Российский. Человек для меня вот существо высшего порядка. Но и в том числе это очень страшное существо.